Заклипайте, пожалуйста, это кто на Твиче. Купил бандл, только вышел, ни разу не играл приключения. Я раза три сыграл. Нахуй я спрашиваю? Для коллекции. Звук от Локи не всегда спасает. Но ты хотя бы понимаешь, что он рядом. Это просто пиздец. Хорош, Евик, умничка. Давай завтра сыграем. Завтра не будет, ребят, меня. Я на работе завтра. Ни стрима, ни игры не будет. Будет видосики, как обычно. Я два дня стримлю. Если ничего мне не мешает это делать. Два дня выкладываю видосики. Нет, за киллами не гоняемся, за киллами не гоняемся. Помнишь под с ником Лока Бланк? Ты в 1-1 Черномога на Вин тогда вылетел. Да, помню. Тера такая дамажная. Тера больше не то, что проблема в ее дамаге. Чего? Бегим. Я Еву застанил, как даун. Топовый Локи не всегда перед атакой из инвиза юзает Aimed Strike. Но инвиз-то сам слышно. С ним играл он опять кухулин. А Яхиба, он пиздец в файте теряется. Может быть. Нина Жигирка, просто не люблю его как перса. И угадай, какой скин на него мне выпал из невероятного. Бейсболист. Бейсболист. Или Риколор. Или бейсболист. Артис, если я каким-то образом сегодня выиграю, то я смогу только чуть позже подписаться на твою группу. Ну, окей. Ну, блин. Это не окей, конечно. Но ладно, решим этот вопрос. А, Лерока. Нормальный скин, кстати. Нормальный. Мне нравится. А, просто дико бесячая, конечно. Здорово. Блин, почему он отъехал-то назад? Да, братан, закидывай хоть кого-нибудь. Вообще не важно кого. Блять, ну как? А. Как не сбил это, лол. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нет-нет-нет. Сколько за Тару пытался играть, вообще не получается, что-то сложное. Да нет. Заклипайте, пожалуйста, это кто на Твиче. Господи, я, кстати, из клипов буду делать видосики. Заклипайте, если не сложно. Это был такой вак лютый. Ну было аж охуительно, ребят, согласитесь. Что это было? Это было просто, ну, скиллуха. Тупо топ-гейм. Не надо тупо топ-рикошетов. Здорово, Вань, ты видел этот рикошет? Ты видел этот рикошет?
Я звоню копам. Прикольно. That is not good. Жесткая комба у них, конечно. Ой, братан, ну ничем я тебе уже никак не помогу. Что за звук? Когда звук бомбежа противников? Ничего не видел. Конечно, не видел. Бля, так хотелось в них прыгнуть, но еще нет урона. Вообще закон. Жестко было, жестко. Но я думал то, что он пойдет и закинет. Он пытался, если вы не видели. Он пытался закинуть. Блять, но я не прыгал. А, ну они убили этого. Хорошо. Ой, умничка, Ева, умничка. Так вот, по поводу клипов, ребята, делаем клипы, клипы на Твиче, из них я сделаю видос, я их уже скачиваю потихоньку, их просто там дохерища за все это время, и в итоге буду где-то, ну, если их будет много, то раз там в недельку делать, хотя недельку нет, раз в месяц, скорее всего, буду нарезку делать какую-нибудь с вашими топ-клипчанскими, мы будем подписывать, кто автор, естественно, естественно. Выстрелил. Окей. Из Дэнлайт. Но любые рофильные, не рофильные там. Можно, конечно. Ой, Евик, живи. Больно-то как? Дай ему стан. Бля, ладно. Ой-ой-ой, Евик, умничка какая. Я же не умру, не умру. Бля. Жадность. Ты что, соло, что ли? Нет. Арти, ты свою зарплату тратишь на смайт? Но частенько, да. Сейчас донатишь, да. Смайт задонил за все время, с 2014 года 1040, ребят, если не соврать. Нужно смотреть, конечно. Ульту беречь, лоу хпшных не забирать. Ну, типа, да. Ахилли. Да я знаю, я знаю. My mistake. Nice job.
в скине бандита, у него банки с фасолью, если не ошибаюсь. Беспризорник тушенкой. Но это не бандит, это типа это, да. Собственно, да, это скорее беспризорник. Думал, выстрелят. Я не попал? Он мудро, у него есть право вставлять, да. Дека нельзя ссылки, да. Ссылки нельзя, ребят. Здорово, Димас. Лох, не застелит. Добрый день, зачем вы хотите устроиться к нам? Скины, гемы, голоса. Ну, типа того, да. Да, и будешь со мной драться? Опять по двоим я также попал. А клипы, они должны автоматом быть разрешены. Он клипы тоже блочит? Ну делайте просто клипчанский, ладно. Я все равно буду нарезки из них делать. Странно, странно, я понял. Я что, на дауна похож? Ты придурок, блин. Заруинил мне катку, а вторую проиграл. Я опять попал рикошетом. Видели? Ой-ой-ой. Нет! Так я пытаюсь. Ой-ой-ой-ой. Держись, Ева, братан, держись. Ребят, не читаю пока, не могу, не вижу ничего. Я вышку как бы забрал, алло, нормально ульта. Жалко, нельзя предпросмотр делать, если никто не смотрел в самой игре, типа, катку. Я бы с нормального ракурса снял бы этот видос. Да я один раз не выстрелил.
Такое ощущение, что Арти только киберкотлеты смотрят. Какие-то, чтоб не сделал, все кричат, что он мастер. Но они же все топят, что-то что. Умничка Ева. Еще Ева тащит катку. Я дал один рикошет красивый, минус 2 одним рикошетом взял, все, моя работа закончена. Дальше Ева только. Эту дресню тебе разбивать не надо, камень спалит. Его можно сбить, да. Сейчас он сбивает с 3 ударов. Они его нерфили, его долго нужно было бить. Потом они сделали так, что он с 1 удара, по-моему, убивался. Но они поняли, что это говно. Спасибо за подписку. Вот, потом они поняли, что это говно идея, и вернули 3 удара ему сделали. Спасибо. Работаю где? В интернет-провайдере в поддержке. Сейчас escape не заюзал. Эй. Кто выбил-то, алло? Почему? Блин, ну сорян, братан. 2 дня я работаю, 2 дня я дома, поэтому там... У меня нет такого различия, типа выходные и рабочие. Прячемся в кустечке, ребят, чтоб нас не было видно. Ой-ой-ой, Евик. Мог меня убить, наверное, знаете. Я с Пятигорска, но живу. Но живу сейчас в этом, в Питере, ребят. Меня, блядь, убьет. Плохая идея, плохая идея. Он еще и умер. Говорил же новом Fortnite. Я в Fortnite уже все сделал. Я билет докачал на сегодня, кстати. Фулл билет выформил, а еще кайф. Так, ладно. Надеюсь, не Ростелеком Арти, а то весь стрим к тебе с проблемой провайдера. Не, не Ростелеком. Да, я чекну Крио, но у меня там еще Детоната со... Только что мама не горюй. Трипл килл, ребят. Трипл килл, мать его. Парагон не играл, ребят. Не как-то я пропустил мимо себя. Как-то бы так. Евик очень хорошо откатала. Зарепортит этого чё? Да, я зарепорчу. Тот чувак сгорел вообще, наверное. Он взял, он своих даймонд богов берет, а в итоге все равно сливает катки вообще по КД. Просто жесть.